Молодежные фильмы в основном смотрят, ну, наверное, только подростки и студенты. А вот наш молодежный дуэт собрал у телеэкранов зрителей самых разных возрастных категорий. Пока на третьем месте, но с претензией на лидерство. На сцене Ольга Клянь, Никита Пресняков и хит из кинофильма «Милая Черити». As you walk in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. So why don't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my heart for everyone I see. Little time with me. Now would you like to have fun, fun, fun? How about if you loves, loves, loves? I can show you a good time, and I can show you a good time. The manager walked to the joint. I could see you were a man on distinction, a real big spender. Yeah, I got looking so refined. So wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my heart for every guy I see. Are you ready? Would you like to have some fun, baby? Huh? Would you like to have some fun, fun, fun? How's about a few loves, loves, loves? Let me show you some good time. That I can show you a good time. Oh, the manager right to the point. I don't pop my heart for everyone I see. Громко, на непонятном нам языке, но, как всегда, так сказать, с огоньком, я здесь, зайка, зажигательно, просто молодцы. Костюм, непонятно с чего, плеча. Кто тебе сказал, что его надо надеть? Именно на нашу программу, а? Ты, как всегда, молодец. Подчеркнула то, что можно подчеркнуть. Вычеркнул то, что не стоит подчеркивать. Спасибо вам большое. Это украшение под эту вот музыку из всем известного кинофильма. Мы просим вас удалиться в бар. Давайте, Сергей Сергеевич, а? Сергей Сергеевич, я же когда-то в театральном занимался балетом, а? Подыграйте мне, пожалуйста, а? Я люблю под музыку это делать, а? Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, я чуть меха не порвал. Ну, собственно, какая музыка. Итак, прошу, господа члены компетентного жюри,
Я понимаю, что в английском не бельмес, но придется оценивать. Начнем с человека, для которого английский практически родной язык. Михаил Сергеевич, давайте. Thank you. В общем, еще в одной плоскости проявил себя дуэт. Mm-hmm. Очень любопытно, пластичный. Mm-hmm. И как они дополняют друг друга. Он mm-hmm. становится все более мужественным. Она более хрупкая, как дюймовочка. Но они движутся прекрасно. Mm-hmm. Конечно, нужна шляпа более широкополая. Ну, где их возьмешь? Там вроде костюм. Все скуплено. Шляп не осталось в стране. Заявка фантастичная. Если у нас есть такие артисты, то можно ставить любой мюзикл. Uh-huh. И это очень радует. Ну, меня радует настолько, что я ставлю, естественно, 10 баллов. Но я в перспективе жду еще и еще новых открытий. Я еще не наелся ими. Леночка Образцова, прошу. И я ставлю 10 баллов тоже. Талантливые оба, и Ольга, и Никита. Угу. И Ольга была обаятельнейшая совершенно. Угу. Ни секундочки не было никакой пошлости, ну ни секундочки. Все было классно просто. А у Никиты, мне так нравится эта маленькая шапочка. Этот большой костюм. Столько в этом вкуса, столько... Вот, ну вкусно было все. Угу. Брави, брави. Ну да, да. Игорь Игоревич. Понравилось то, что это действительно было совершенно неожиданно было для этого дуэта, потому что, ну, как-то все же, лично я ждал какого-то или русского рока, или Мьюз. За то, что они экспериментируют, и за высокий вокальный уровень я ставлю 10 баллов. Ух ты! Владимир! Мне очень симпатична семья Преснякова. Никита просил не выдавать из какой-нибудь семьи. Да, да, но вот интересно, как сложится его судьба. Дим, твое мнение, куда пойдет Никита? Кем он будет? Куда пошлют, туда пойдет. Ну, Никита ну, человек. Хотелось бы, чтобы недалеко послали. Что касается номера, то настолько это уже не имело значения, потому что вот эта сила таланта, она видна в этой паре, вот что называется, на все 100%. Поэтому оценка моя 10 баллов. У вас 40, я вас поздравляю. Ты дай слово парню-то. Я дам слово парню. А кем ты действительно хочешь быть-то? Дим, это ты спросил? Это Владимир Матецкий спросил. Мне все равно, кем ты будешь. Это один из вся самых страна волнуется за тебя, ну да. Для меня сейчас, наверное. Я не знаю пока. Мы с матерью хотим, чтобы ты человеком вырос хорошим. Все. По-моему, уже получилось у вас с матерью. Двигаемся вперед. Следующий дуэт идет на четвертом месте, но опережает своих преследователей всего на какой-то один балл. Одна осечка, я бы сказал, может все перевернуть с ног на голову. Поэтому